Даже Артем Симонян подбирает, и снова в штрафную, но то же самое можно сделать, что и в моменте с первым голом, теперь с этого фланга. По сути, аналогичное положение. Да, неплохо обыгрывают, угловые зарабатывают, но Артем просто пока мену практически получается с долговым у них забрать, но все-таки мадридцы оказываются первыми, и неприятная контратака могла бы начаться, если бы Симонян сейчас перехват не забрал и получает по ногам. Симонян. وحاول أن يتحرك يراوغ بامتياز سيمونيان مقطوع الكرة من لندن نتيجة كبيرة 6-7 أهداف في اللقاء سبق وأن فاز منتخب فرنسا بالنتيجة كبيرة هذه كرة أرمينية خطأ ارتكب فرنسا قادر على تسجيل ثلاثية أخرى مثل ما حدث في شوط المباراة الأول هكذا ثنائية في هذا الشوط الثاني من فلوريان توفا заменами. Всего одна она была в составе «Зенит», но, судя по всему, или вынуждена, или уж я не знаю, с чем она была так связана. Симонян получает по ногам, ну, конечно, троих там